Иди сюда, иди, пирожки уже остыли. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Куда, выпрыгнуть не могу, нет, нет, нет. А если в начале видосика за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то добрая бабка Гренни точно не поймает нас. Раз, два, три. Эй, привет, заходи ко мне на пирожки, я добрая бабуля, умею вкусно готовить. Хорошо, бабуля, обязательно зайдем. Только посмотрим, что у нас. О, нифига себе, у нас тачка Камара, смотри, ничего себе. Давай мы с тобой ускоримся. У нас задание, что надо пробраться в дом бабки. Эй, какой дом бабки? Ты что? Заходи просто так, я тебя и так угощу. Ковороткой по голове. Блин, бабка, я думал, ты добрая, а ты какая-то злая, оказывается. Ладно, здесь у бабки камера, и смотри, откуда вообще вот такие особняки у пожилых людей? Ничего себе пенсия у них. Какая здоровая. И радар даже у бабки есть. Офигеть. Может быть, она связывается с инопланетянами, а может быть, она сама инопланетянин? Как ты думаешь, напиши мне обязательно в комментариях. Здесь у нас гамбургер. Как же нам найти вход? Чтобы пробраться в дом бабки, нам, скорее всего, надо разбить окно, потому что здесь нету входа. Единственная дверь заперта. Сейчас мы с тобой быстренько это сделаем. Швыряем. Пау! Получай. Блин, я надеюсь, это была не ночная ваза бабки. Потому что это было бы как минимум противно, а как максимум мерзко. Гамбургер, давай с тобой его обязательно возьмем. Это даст нам ускорение. Пока вроде бабки нету. И по стандарту в таких играх нам надо с тобой найти ключ, который прячется, скорее всего, на каком-то из двух этажей. Это, в принципе, логично. Опа, еще гамбургер. Телек. Шикарно бабка живет. А куда она спряталась-то? Где-то шляется пока. Может, спит? Это что такое? Отлично, мы ключ нашли. Ну, давай с тобой еще посмотрим, что у нас здесь находится. А, ну здесь, в принципе, кругом спальня у бабки. Да и все, в принципе, горшок взять не можем. Я бы сейчас из окна тогда выпрыгнул. Ладно, побежали с тобой вниз открывать главную дверь. А, бабка где-то идет. На каком она этаже? А, она на улице бегает. Слушай, это шикарно. Это мы с тобой тогда успеем ускориться. Сбежать по лестнице. И открыть дверь. Вот она, по-моему, основная дверь. Отсюда не видно. Ну, все, открывайся. Еее, шикарно, все. Скорее всего, мы прошли. Оп-оп-оп, я быстро нажал продолжить. Ну, в общем, да, мы прошли карту. Следите за соседом по мини-карте. Ну, здесь у нас соседка, милая бабушка. Бабушка-дуванчик, так сказать. Бабушка поставила видеокамеры повсюду. Вы должны отключить их. Все ясно. В общем, бабка опять следит за всеми. Ах ты, бабуля, бабуська. Надо аккуратно. Нам что-то найти и как-то отключить эти камеры. Видимо, нам надо найти кусачки. Опа! Ломаем. И сейчас будем с тобой их искать. А, у нас вся собранная еда пропадает. Это печально. Приходится ее заново собирать. Пока бабуськи нету. Будем с тобой здесь орудовать. Вот она где-то идет. А, она на втором этаже, да? Сейчас мы посмотрим. Скорее всего, где-то там и находятся кусачки. Вот здесь, вот за этой дверью. По-любому. А, у нее еще и третий тач. А ну иди сюда! Блин, бабка, ну что ты так орешь-то? Напугала меня. Да, не повезло нам. А я тебе говорила, заходи по-хорошему на пирожки. По-плохому я буду тебя сама кусать, как пирожок. Блин, бабуль, ну ты вообще зверская какая. Не знаю, откуда такая Гренни у нас появилась. Костюмчик новый, видимо, кто-то подарил. И она сразу вроде как подобрела, но все равно что-то злостное в ней осталось. Ну смотри, дверь у нас была на втором этаже, значит, где-то здесь и должен быть ключ от кусачек. Может быть, на третьем. Бабка вроде пока на улице шляется. Здесь у нас гамбургер. Везде просто фастфуд. Я не знаю, бабка, а ты в курсе, что от фастфуда толстеют? Интересно, а тут можно присесть? Не, просто маленький проход для маленьких людей. Понятно. Еще футбольные мячи у бабки. Она что, футбол гоняет, что ли? За сборную России? Щиток какой-то. Вот это, кстати, было неожиданно. Сюда мы, скорее всего, и должны прийти, чтобы его вырубить. Но я бы не сказал, что здесь прям мега-гигантский дом, как у клоуна.
от которого мы сбегали, нашего соседа. Но все равно здесь тоже достаточно большой дом. Там просто было по два этажа и два отсека дома. А здесь у нас три этажа. Слушай, ну, походу, ключ все-таки находится на первом этаже, потому что на втором и третьем находится то, к чему нам надо пройти дальше будет. А именно кусачки и рубильник, который вырубает все камеры. Где же здесь ключ может быть? Куда бабка его спрятала? Он не может быть в гараже? Хотя, почему бы и нет? Ладно, здесь будем с тобой тогда ускоряться. И что-то я совсем медленно бегаю. Так, что у нас здесь? Какая-то кухня, ванная непонятная. И здесь тоже. Но везде бутерброды, я что-то не пойму, а где ключи-то, бабка, у тебя? Везде один хавчик. Сейчас мы с тобой на улице. Иди сюда, иди, сейчас будем хавать вместе. Бежим, бежим, бежим. Сейчас он нас поймает. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Быстрее, как у нас тут бутерброд съедать? Сожрали? Фу-фу-фу. Бабка, отвали, это мой дом. А ну, тут все мое. Быстрее, быстрее, быстрее. Я тебя поймала. Блин, бабка, шугаешь меня только. Офигеть, у бабки, смотри, что в гараже стоит. Астон Мартин, походу. У нас бабка секретный агент. 007. Жесть. Я облазил все у этой бабки. Оказывается, ключ все-таки находился на втором этаже. Там же, где и находится закрытая дверь, которую нам надо открыть. Бабка у нас бегает на улице, это хорошо. Теперь она уже на первом этаже, но вроде она не должна нас поймать. Подожди. Как будто она нас заметила. Да ладно, музон начался. А как она смогла заметить? Мы же далеко. Фу. Ес. Избавились от бабуси. А, вот она. Иди сюда, иди, пирожки уже остыли. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Куда, выпрыгнуть не могу, нет, нет, нет. Я забагался? Она не может меня схватить? А, нет, нет. Смотри, когда я отворачиваюсь, она не может нас схватить. Но когда я поворачиваюсь, она нас снова замечает. Вот это лайфхак, я тебе скажу. Бежит, бежит, бежит. Оп. Фу. Фу, 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 фу. А если мы просто стоим? Все, отлично, она от нас отвязалась. Я не знаю, как мы это сделали с тобой. Куда-то мы выпрыгивали головой в потолок, видимо, бились. И она типа думает, блин, да он больной, он башкой стучится в потолок. Не буду с ним связываться. Ну, либо так, либо никак. Я не знаю, как еще нам повезло. Вот они, кусачки, отлично. Теперь мы их с тобой взяли. И нам надо идти на третий этаж. Там как раз находится рубильник, который нам надо с тобой вырубить. А бабка где? А, вот она. А ну давай ко мне, отдай мои кусачки. Быстро-быстро лайфхак делаем. Оп. Все. А, нет. Так, надо прыгать. Если мы не прыгаем, она идет за нами. Фу, жесть. Это просто какая-то дичь. Вон она пошла. Где ты? Куда ты спрятался? Она ушла. Мы с тобой быстренько бежим наверх. По-моему, где-то здесь у нас находится рубильник, который нам надо вырубить. Заходим. Вот он. Точно? Давай, 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 давай. Ломай, ломай, смотри. Сейчас все вырубим этой бабке. Чтоб сидела только в окно смотрела. Вроде как все. Здесь, наверное, опять глючит концовочка. Возможно, нам надо найти еще рубильник. Либо нам надо сбежать к своему дому. Я не знаю, здесь надо что-то швырнуть в окно, не нечего. Может, мячик? Да, мячик мы можем взять. Сейчас мы с тобой выбьем окно тогда. Побежим к нашему дому. Опа! А я не разобьюсь с третьего этажа? Вау! Не, вроде нормальный. Мы побежали к дому. Возможно, тогда мы сможем сбежать от бабки. Так-то мы вырубили рубильник-то. Что происходит? Бабка, выпусти нас. Там вон наверху еще антенна. У тачки ничего нету. Я думал, может, здесь бабка спрятала рубильник. А нет. Ну давай на заднем дворе посмотрим. Вот здесь антенна эта стоит. Ну и все как бы. Чуть не пойму, а где? А, вот, точно надо было подойти к антенне. Офигеть, да фиг додумаешься на самом деле до такого. Есть. А может и нет.
Вообще не понимаю, что происходит. А, подожди-ка. Я, короче, подошел к рубильнику еще раз, и почему-то миссия выполнена получилась. Я не знаю, что именно произошло, но я надеюсь, тебе понравился этот видосик. Подписывайся на мой канал, оставляй комментарий, ставь лайкосик. И всем удачки, до скорых встреч. Пока-пока.